Так, начинаем. Дима, Дима, куда идем? Так, тут надо вспоминать. Она самонит вот эту птичку. На себя или на кого-то. И она дамажит. А это вообще автоматом работает. Все, вспомним. Здесь все скиллы такие автоматические. Это автоматом на всех раскидывается. Это автоматом на всех раскидывается. Вот. И только вот этого серпента надо на кого-то вешать. Я думаю, на Диму буду вешать. Так, это мана. А это... Блайндинг. Ой-ой-ой, опять лаг какой-то. Блин, я на Диму кинул серпенту, а он не пошел в атаку. Плохой мальчик. Там никого. Блин, мне автоатаки вообще 20. Тихо. О, вместе со змейкой больше. Я понял, надо змейку вязать. Чё там за замес? Дима прям с коды начинает рубить их всех. Чё, на нижнем лайне никого нет? Мы сейчас так проиграем. А, Керриган пошла, отлично. Так, на каждом лайне кто-то есть. Суть игры в том, что нужно реально на каждом лайне, чтобы были люди. Иначе экспа просирается в никуда. Давай-давай-давай, коси Хартаса, отлично. Выберите талант. Так, щит. Вопрос. Пусть будет щит. Главное в кнопках не запутаться. Так, там Керриган. Довольно-таки быстро мана восстанавливается все равно. Если особо так не кастится, очень даже неплохо получается. Так. Я ставлю Диму хилю, я не знаю, поддерживаю по полной программе.
Ушел, нет? Ушел, блин. Блин, очень мало маны. Так, хилит и ресторит ману, давай. Эй, я тебе серпенту взял. Апгрейженную. Ой. Нормально. Так, вместе с Димой заходим куда-нибудь. Так, наши тут рубят паки. Надо хард подрубить. Они тоже паки собирают. Там с шаманом сражается до усрачки. Да отходи ты, блин. У-ху-ху-ху-ху-ху. Нас просто поимели там. Ну, потому что они все впятером были, а мы в малом количестве. В очень малом количестве. Это же ульту успел выучить и использовать. Это не помогло. Так, они вырастили цветка. Так, а я с внутренней стороны зайду. Угу. Гад, сбил. Да чё же я в цветок-то все время попадаю? Убежал. Ну пофиг. Блин, теряем форт. А, цветок наверх поехал. Видишь, какой шустрый, блин. Давай, еще чуть-чуть. Блин, я сдох.
Но я пытался. Прожимал как мог. Начальненько, пока идем. Что-то у нас Керриган все время не с нами. Вот это беда нашей команды. Это очень большая беда. Так, сносит нам тут базу вообще, как делать нечего. И у них перекач. Ой, Керриган, ну кто ж так заходит-то? Господи, ну кто тебя так учил? Очень жестокий человек этот Керриган. Что там происходит-то у вас? Кто куда называется? Да жесть. Просто всех вынесли. Ну опять, блин, вся команда где-то в заднице. Они все впятером ходят. У нас нахрен один там, другой там, третий там. Ну конечно, мы проиграем. Конечно, с таким. Тут такой подставой мы проиграем. Ну давайте, в бой, ну чё вы? Choose a talent. Such weak flesh. Better to be rid of it. Так. Night falls, heroes. How this movement speed. Лечить дух нет. Movement speed, мне кажется, лучше. Все они тут у нас позабирали, весь лес, полный отстой. Господи, блин. Ну опять они все впятером, нас трое, четверо. В этот раз Дима что-то курил, где-то ходил. Ну и все. Мы просто тупо не можем собраться впятером и пойти в одно место. Вся проблема. Тут уже несут нам совсем все, да? Whoa. Still a little
танка больше ДПС, чем у кэрри. Ну, бывает, случается. Такой вот кэрри. Чем мне как цветкат не родим, а? Наконец-то у нас достаточное количество ситцев. С ума сойти. Не прошло и полгода. Игра уже заканчивается, а мы все ситцы собираем. Ну чё ж ты на меня так накинулся? Как они резко отступают вообще? Неужели это так прям вот... Отступить — это самое главное такое ощущение в их жизни. Such a weak flesh. Better to be left. The enemy's terror has fallen. Давайте, парни, у нас есть шансы выиграть. Ну что ты боишься, ты ее? Ну нападай уже. Что, я танчить должен? Ох, ты же отхилил, как он ее, а? Fort destroyed. Your core is under attack. Good. More fertilizer. That seemed personal. Так, так, так. Надо пушить, пока дают. Отлично. Отлично. Капец, чё, Артаса вообще никто не видит, чтобы в упор. Жесть, что за команда? Блин, им теперь просто грамотно как-нибудь уж какой-то организовать и все. Они пытаются это сделать, кстати. Да, щит помогает. Ого.
ребят, надо пушить. Вот этот пак надо брать. Да жесть, как долго это делается. Почему у нас было все живые, у врага дофига мертвых, и почему-то надо было запушить просто, мне кажется. Ну ладно, здесь своя тактика. Где враги-то все? Сейчас куда-нибудь в бочень зайдут нам все. Вон они. Нет! Жесть. Забэкдорили, гады. Забэкдорили. Ну ничего, мы почти камбэкнулись. Если бы так долго не тупили все с отбиванием Артаса, который там ползал у нас, было бы все классно.